Бюджет жесткий, но реалистичный. С этих слов начал доклад главный городской финансист Александр Аюшеев. Доходы планируются в объеме 5 миллиардов 745 миллионов рублей, а расходы на 300 миллионов больше. Финансовый документ расписан по муниципальным программам и носит социальный характер. Только на развитие образования выделено более 3 миллиардов. Из них порядка 60 миллионов на реконструкцию нескольких детских садов. Для развития инженерной инфраструктуры и обеспечения комфортного проживания горожан, а именно ремонта сетей теплоэлектроснабжения, наружного освещения и водоснабжения отдаленных микрорайонов, предусмотрено порядка 1 миллиард рублей. Объем доходов рассчитан, исходя из умеренного консервативного подхода. Объем расходов запланирован с учетом предельного дефицита бюджета. При этом необходимый уровень расходов обеспечен пока только для финансирования защищенных статей бюджета. Для финансирования юбилея города не хватает больше 400 миллионов. Для реализации и других не менее важных программ придется подтянуть пояса. Я считаю, что в условиях ограниченности бюджетных ресурсов, конечно, сегодня нам необходимо использовать все имеющиеся потенциальные резервы, увеличение доходов и сокращение совокупной задолженности перед бюджетом. Поэтому это будет как поручение, и оно у нас обязательно должно быть отмечено в протокольном нашем решении. Проект бюджета на 2016 год запланирован даже с профицитом в 155 миллионов, а в 2017 городские власти планируют расходы приравнять к доходам. Сергей Соголов, Евгений Павлов, Новости дня.